Бери, Рашидик, коли они играть не хотят. Ты меня знаешь, я бриллиантовое кольцо не пожалел, лишь бы наши буржуев наказали. Ну, перестань, да не возьму я. Бери, говорю, мое слово закон. Я себе на перстенек заработаю, нет проблем. Я не понимаю. Я вот правда не понимаю, почему наши проигрывают. Но ведь все же условия им создают. Ну, круглый год тренируются. Машину нате, возьмите. Квартиру бесплатно. Загранпоездки, пожалуйста. 60 миллионов болельщиков. 60 миллионов, нет чего. Порядка нет в команде. Правильно у нас в газетах пишут. Нет ответственности у людей. Всем на все начхать. Нет уважения к порученному делу. Потому что народ алчный стал. Забыли, как раньше жили. Раньше макароны жрали, а ничего, были веселые. Собирались, да. Песни пели. И выигрывали, между прочим. А сейчас все у всех есть, и все мало. Потому что если его с одного места... Каждый чересчур о себе много понимает. Я что своим детям говорю? Главное – это коллектив. Вот прутик. Его легко сломать можно. А много – это веник. Его не сломаешь. Футбол – это коллектив.